Привет, друзья! Вы на канале Crypto Baby. Сегодня у нас с вами, ну, очень крутой проект, который у нас уже, про который у нас уже был с вами обзор. Я вам обещала, что этот проект сделает X1000, и он сделал. Но давайте более детально сейчас рассмотрим этот проект. Проект, конечно же, Matrix. Это самый, я считаю, недооцененный проект в 2021 году. Он еще себя обязательно покажет. Проект нереально крутой. Давайте же с ним ознакомимся. Сейчас у нас сайт немножко устарел и идет работа над новым сайтом. Давайте посмотрим, что же планируется в ближайшем будущем и что уже сделано. Здесь вы видите дорожную карту обновленную. И первым делом у нас запуск сервисной платформы искусственного интеллекта. Обновление кошелька MAN, конечно же, обновление сайта Matrix во втором портале у нас будет закрытие бета-теста платформы искусственного интеллекта, ну и так далее. Как вы видите, еще многое другое в планах. Ну, я думаю, обязательно, конечно же, X2000 и не только. Смотрите, значит, далее мы с вами переходим на биржу. На биржу Gate.io, но также можно приобрести токены MAN на бирже Get и на бирже KuCoin. Сейчас мы с вами на бирже Get будем посмотрим, как и за что купить токены MAN. Токены MAN мы можем приобрести с вами за USDT и за Ethereum. Как вы видите, далее мы с вами переходим к кошельку. Значит, вам нужно создать кошелек на Wallet Matrix, сходить купить токены MAN обязательно на бирже, ну, KuCoin или Gate, как я уже говорила, отправить свои токены с биржи на адрес кошелька и перейти к совместному майнингу, найти хороший обязательно пул, ну и, конечно же, выбрать гибкий или фиксированный майнинг. То есть совместный. Далее мы с вами переходим, как вы видите, это у нас кошелек Matrix аппаратный. Значит, кошелек позволит потребителям хранить широкий спектр криптоактивов наиболее безопасным и возможным на данный момент способом. По мере того, как капитализация глобального рынка криптовалют приближается к 2 триллионам долларов, все больше потребителей вкладывают свои средства в криптоактивы. В конце этого года появится Matrix Hardware BioWallet, который предложит потребителям, не особо разбирающимся в технологиях, ну это типа меня, простейший, но самый безопасный кошелек для защиты криптовалютных токенов. Кошелек будет конкурировать с популярными кошельками на основе пин-кодов, которые часто приводят к печальным историям потребителей. Вот такие вот, друзья. Также у нас ожидают приятные новости с аппаратным кошельком от Matrix. Далее мы с вами переходим на сайт, конечно же, CoinGecko. И здесь, как вы видите, как я обещала, больше 1000%, друзья. Ну, давайте пишите в комментариях, делайте ставки, сделает ли Matrix X2000. Я думаю, сделает. Это реально крутой проект. Посмотрите, с какими темпами он растет. Вы можете обратить внимание, здесь у нас также есть рыночная капитализация свыше 17 миллионов долларов. Объем торгов у нас более 3 миллионов долларов. В общем, это нереально крутой проект. И я думаю, что это самое, как бы, выгодное вложение в 2021 году, ребята. Ну, возможно, и в 2022. Посмотрим. Ну, я вам желаю всем прекрасного настроения. С вами была Crypto Baby. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, что вы думаете о Матриксе. И, конечно же, пишите, сделает ли он X2000 или нет. Всем пока!